А я потом это все вместе сделаю и сделаю фильм. Как снимался? А что? Не, ничего, просто я тоже хотел какой-нибудь кусочек поиметь. Я мальчик. Могу тебе отправить. Может быть, даже где-нибудь это тоже прорекламировать, сказать, что вот фильм снимает репетиция Леша Шевченко. Только спроси Славу. Смотри, то есть ты рушишь вот здесь, точно? Вот у нас ось должна быть. Вот, если это мастер был на троих, то это крупный. Мы здесь не придерживаемся этого. Нет, то есть у нас, не правда, нет. Это такой Лока, который приходил тогда. Чуть-чуть немножко другой жанр. Тут картинка. Страшный человек. Красивый картинка. Но тогда тебе меня нужно крупно снимать. Шмальнул мне в брюхо. Через меня, вернее, меня, а нам, Серега, тогда склеится. Нет, ты такой классный. Еще бы ты кино доснял, вообще бы тебе цены не было. Оно доснято, я его не домонтировал еще. Ну да, ты сказал. Вот эти все, где проколы, вот эти. Леш, мы отбиваем сначала ребят, отбиваем, потом Карину. Да, отбиваем. Сейчас. Давай тогда вот через, может быть, сделаем грязный через плечо. Давай сказать, Дора, ты меня подожди. Или чистенько хочешь. Да ладно, может, загуляла с кем, где, и скоро сама отыщется. У тебя есть конкретные мысли? Песни. Мысли! Мысли. Смотри, Кариш, да. Вот что мы сделаем. У тебя все есть это, поверь мне. У тебя первый серий, что это есть. Все, просто растеряла сейчас, но есть. И сдержала себя. И сдержала себя. Вот мысли есть. Конкретные есть. Песни. Мысли. Мыслей нет никаких. А кто был этот вот Лока, блядь? Точно Лока. Точно страшный человек. Я не хотела кричать, да. Не надо. Она сдержалась. Да. Но она дала понять, что она сейчас может убить. Потому что это личные вещи. Это не потому что по статусу, а эмоционально. Я пойду. Когда там сказали, чуваку, твоя жена, блядь. Чё? Ну как, а? Вот да. Это то же самое, ты ее любишь, блядь, это я ты ее любишь, вот, помимо всего, камера идет, и начали. Пусть ходит. Здравствуй, Жирень. Привет, что случилось? 2 дня назад пропала моя воспитанница, Лора. Мотор идет. Начали. Что-то полезное вспомнишь, найди и сообщи. Ладно. Жарко рукам. Быстро. Быстро в клетку. Вытащи ты оттуда Локу. Пристрели его. А все лучше сожги. А что ты на меня все время орешь? Иди, тебе сказали, иди. Быстро. Его одень только эту штуку, да. Чтобы он тебе ее выкинул. А что ты на меня орешь, бля? Ёпта. Чапки кидают мои. Иди, блядь, сжигай. Иди, хорошо. Да, да. Ты не догоняешь. Да. Это там контраст интересный. Хорошо. Готов ты, дослаб? Да. Ой, да. Прости. Ну ничего. Все. Сейчас я покажу об этом. По свету так? Да. Приготовились? Камера идет. Начали. Если вспомнишь что-нибудь полезное, найди и сообщи. Ладно. И тащи Локу, пристрели его! Все лучше сожги. А что ты на меня все время орешь? Че? А что с девкой делать? Девку не трогай. Разговорчивее будет. Давай, дуй. То есть у нас все другое получается. На другое. А вроде неплохое, но что-то получается совсем другое. Хорошее. Слушай, а вы уверены, что такой крупный план должен быть? Да, погодите, мы сейчас у нас репетиция. Это к Алексею Владимировичу вопрос, не ко мне. К Алексею Владимировичу надо его немножко подправить, потому что он потом замонтирует нас. Подожди. Это мастер был? Я вообще тебе смотреть. Какой, двойной? Тройной, это мастер. За мастером надо отпрыгнуть. Конечно, вот оттуда нужно. Серега, вы потом не слетите, нифига. И Карину нужно оттуда снимать. Карину нужно оттуда снимать. И, соответственно, и Серегу, соответственно. Серегу отсюда. Конечно. Ну, конечно. Не, ну они хотят другой ракурс. Не-не-не. Меня можно прямо через портрет Серегина, через крупный профиль на меня. Тогда склеится. Да. А то есть, как бы, его крупно и Карину отсюда. Это если это мастер, потому что по-другому это все это пиздец. У нас какая-то хуйня. Простите. У нас кино другое. У нас другое. Оно хорошее, но оно другое. Но оно другое. У меня есть конкретные действия. Он меня не боится.